Всероссийский турнир по боксу пройдет в Одинцовском округе в сентябре. В нем примут участие 100 лучших боксеров страны. Как проходил отбор, за что будут бороться спортсмены, об этом мы сегодня и поговорим. Здравствуйте. В эфире ОТВ программа «Специальное интервью». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии президент Федерации бокса Одинцовского округа Григорий Владимирович Агабекян, двукратная чемпионка мира, финалист Олимпийских игр Софья Очагава и Рафаэль Ахмедович Рагимов, исполнительный директор спортивной федерации бокса Московской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Не могу начать эфир с другого вопроса. Почему именно Одинцово? Ведь я думаю, что те, кто следит за соревнованиями, да, те, кто увлекаются боксом, знают, что в прошлом году такой всероссийский турнир в нашем городе уже проходил. Да. Почему в Одинцовском районе, мне сказать сложно, но, во-первых, это хороший район. Во-вторых, здесь сейчас бокс находится под зорким вниманием от Григория Агабекяна, который упорно развивает его в этом районе. И очень много глаз детско-юношеских направлено на бокс, благодаря вот ему, благодаря Софье Очагаве, которая вот, он проживает здесь недалеко, является неким таким эталоном, да, этого города, да и не только города, и вообще он и нашей области, она вообще универсальна во всех регионах России. Вот. Суть такова, что мы перенесли это мероприятие из Забайкалья, где это проходило еще, когда Иосиф Давыдович был жив, он депутатом там был и, соответственно, проводил там это мероприятие, но это было далеко, людям было достаточно сложно туда ехать. И после того, как его не стало, у нас Сергей Михайлович Данилов, наш президент Федерации бокса Московской области, он вышел с инициативой. Он лично дружил с Иосифом Давыдовичем и вышел с инициативой на то, что для того, чтобы проводить это дело здесь, к семье. И вот ну, после определенных рабочих процессов мы все-таки договорились и решили проводить его здесь. Почему в Одинцово? Ну, потому что он, во-первых, такой презентабельный, хороший город, находится близко к Москве. Здесь есть замечательный волейбольный центр. Вот, он подходит по формату, да. Вот. Ну и, собственно говоря, в остальном, как бы, то есть, почему бы и нет, да, почему бы не Одинцово. И вот второй год мы начинаем проводить, первый достаточно успешно прошел, несмотря на то, что большие коррективы внесла пандемия, она внесла коррективы во все составляющие, да, нашей жизни. И здесь тоже коснулось очень сильно, потому что все было на таком ветхом состоянии, пойдет, не пойдет, пройдет, не пройдет, а там же надо было все планировать заранее, там закупать, делать. И поэтому, конечно, все были на нервах, но, слава богу, все прошло, слава богу. И хочу за это поблагодарить всех, да, и администрацию, и всех-всех за то, что нам все-таки помогли не сорвать это мероприятие. И вот сейчас, надеюсь, что мы второй раз уже будем более ярче представимся как-то. То есть много приехало в том году участников, даже неожиданно много, более 180 было. Хотя планировалось, насколько я помню, тоже в районе 100 спортсменов. Ну, мы надеялись, что будет 100, прям очень, и надеялись, что будет более 21 региона для выполнения норматива мастера спорта. Вот. Но приехало и регионов за 30, и спортсменов много, и, в общем-то, конкуренция была очень хорошая, и нам это очень сильно понравилось, вдохновило, и вот и семью Кобзон тоже очень вдохновила эта история. Поэтому сейчас мы готовимся ко второму турниру и, думаю, должны представиться ярко. Надеюсь, по крайней мере, на это. Софья, насколько для спортсменов такие соревнования вообще важны? Пандемия действительно сказалась и даже на подготовке спортсменов, потому что многие в первую волну особенно были вынуждены оставаться дома и не тренировались. Вот как подготовлены были спортсмены к тому турниру и вообще насколько важно в них принимать участие? Ну, на самом деле, так недавно, буквально пару минут назад обсуждали до эфира с Рафаэлем о том, что этот турнир является подготовительным к чемпионату России. Чемпионат России пройдет в ноябре, а такого рода турниры, особенно вот тот турнир, который организовывается в Одинцово, он уникален, потому что он собирает спортсменов со всей России. Во-первых, дает возможность выполнить норматив мастера спорта. А во-вторых, для девушек, для женщин, которые примут в нем участие, он является подготовительным и плавно старшему тренеру позволяет посмотреть, кто в какой форме, как готов. И, соответственно, уже девочки сами
могут оценить свои шансы и, естественно, уже подготовиться к чемпионату России. Поэтому, на самом деле, это очень здорово, что Московская область проводит подобного рода турниры в нужные сроки. Ну, в целом, могу сказать, что Московская область всегда была впереди многих регионов, всегда, практически всегда занимает первое место по медалям, по медальным зачетам именно в боксе. И в целом команда, которая работает, школа бокса, федерация бокса Московской области уже не лет, наверное, 12-15 занимает лидирующие позиции в развитии бокса, понимают, как это делать. Поэтому для нас с Григорием особая честь быть в этой команде и именно у себя в Одинцово развивать бокс. И у нас есть все шансы, я думаю, что скоро в Одинцово появятся чемпионы, которые будут участвовать в этом турнире, да и в целом на чемпионатах, таких как международные, российские. Кстати, небольшой такой анонс. Мы надеемся, что это будет не единственный турнир такого уровня, потому что сейчас в Федерации бокса России обговариваем, что у нас планируется международный женский турнир в следующем году, который мы проведем в нашем волейбольном центре непосредственно в городе Одинцово. Вот вопрос от дилетанта. Женский бокс и мужской бокс чем отличаются? Вот, наверное, Софья, Григорий. Чем принципиально отличие? Или, в общем, можно отличие? Вот Григорий ответит. Начнем с мужского бокса. Я не знаю, что женщины чувствуют, когда занимаются боксом. Но для мужиков это, во-первых, не знаю, очень хороший вид спорта. Допустим, мы занимаемся, получаем удовольствие. И после победы также радуемся. То есть вышли, победили, помирились с силами. И после этого как бы... Соперничество на ринге, оно заканчивается. Да, да. А так чисто для себя занимаемся сейчас в таком возрасте и получаем удовольствие. Не знаю, что женщины чувствуют. А вот давайте узнаем, что женщины чувствуют. Софья, что чувствуют женщины-боксеры? На самом деле, просто на моих глазах, вот с моих детских лет, там, не знаю, с подросткового возраста, мне удалось увидеть, как женский бокс, он был отдельным вообще островом. То есть это был вид спорта, который единственный, кстати, то есть там все виды спорта практически были и мужчины, и женщины в олимпийской семье, а женский бокс, его не было. Вот, на моих глазах мы зашли в олимпийскую семью. А у нас очень было, достойно, между прочим. У нас было три медали на Олимпиаде, три весовые категории на Олимпиаде, потом в Рио, это был Лондон, в Рио у нас уже было тоже так же три, насколько я понимаю, и сейчас у нас пять олимпийских медалей, а вот уже на следующей Олимпиаде уже 6. То есть я не то, чтобы я была ярой феминисткой, да, но я радуюсь за успехи наших спортсменов, я радуюсь за то, что мы признаны на уровне с мужчинами, да, но, конечно же, могу сказать, что нам немного легче, потому что уровень конкуренции не такой большой у нас, как у мужчин. В целом, что мы чувствуем? Ну, я думаю, что не каждая девушка захочет выйти в ринг, но и не каждый мальчишка, мужчина тоже захочет. Это нужно иметь определенный, да, стержень, определенный характер, характер, чтобы, знаете, бывают такие девочки, она маленькая, такая крошечка. Вот сейчас вот тренируем, когда мы детей, да, она прям сладенькая. Никогда не подумаешь. Но характер у нее внутри, да, что никогда не подумаешь, что она кого-то ударит. Но такой характер выйти, просто, наверное. Да, она просто воин внутри, да. То же самое с мальчишком, вот он нежненький. А как в ринг выходит, все, он просто супер талантище, да. Поэтому каждый ребенок, он уникален по-своему, да, и девочки, да, вот она может быть хрупкой, может быть наоборот, вот она вот с виду вот прям вот сейчас убьет кого-то, а в ринг заходит, все, неженка, да. То есть, конечно, есть страх, он всегда присутствует, страх, что тебе, не дай бог, там что-то в лицо прилетит, да, но мы же отрабатываем навыки, соответственно, мы перестаем чего-то бояться, уже как профессионалы что-то делаем, да. Поэтому мне кажется, что все испытывают страх перед выступлением, перед какой-то там контрольной тренировкой, но
в целом, да, соглашусь с Григорием, что бокс, приходя на тренировку, ты получаешь удовольствие, да, а это первый признак того, что ребенку стоит остаться в секции, да, он получает удовольствие, у него просто улыбка после тренировки, он обожает тренера, хочет каждый раз возвращаться в зал, да. Главное каждому ребенку найти свое занятие, которое приносит ему радость, и от этого родители тоже в восторге. Я добавлю, можно, что Конечно. Касается женского бокса, потому что я тоже был где-то там в самых-самых истоках этого процесса, и Софью я, кстати, встретил в своей жизни, когда она еще была совсем маленькой девочкой, еще совсем-совсем юной, только начинала, и она проходила так, меня такая, здравствуйте. И, ну, она очень скромная девчонка была, я честно говорю, мы сначала за ее смотрел, думаю, вот, а она была одна из немногих, то есть их не было много, вот сегодня их много уже. И спрос рождает предложение. На сегодняшний день женский бокс развивается очень серьезно, не только в России, везде, везде. И качество бокса растет, и конкуренция просто сумасшедшая. Что индусы творят? Ну, в Индии просто, они сейчас, у них там 6 составов команд живет постоянно в одном лагере, круглогодично учатся, питаются, проживают, и 6 составов в такой конкурентной среде растут, сборных команд, и вот на самом деле это очень серьезные конкуренты, да и там везде, вот и Китай, и это, там, поэтому нам сейчас предстоит очень большой труд переосмысления, как развиваться, как двигаться в женском боксе, потому что конкуренция сумасшедшая. Вот правильно сказала София, что разные люди испытывают, практически все испытывают страх перед выходом на ринг. Но очень важно, да, во что этот страх перевоплощается на ринге. Потому что у кого-то страх перевоплощается в панику, и, скорее всего, такие спортсмены далеко не идут. А у кого-то мобилизация происходит внутренняя, и он начинает себя выражать на ринге максимально и демонстрировать свои все внутренние качества, терпение, насколько он способен соображать в этих экстремальных условиях. Потому что, почему вот с шахматами сравнивать и так далее? Потому что, когда перед тобой стоит соперник более сильный, такой же бывает, выходишь, а он физически сильнее, и он выносливее, или еще что-то. А ты такой, какой ты есть, вот прям сегодня, сейчас. И тебе надо решить именно эту задачу, вот как именно с таким соперником совладать. Вот за счет Стратегия. Чего это нужно сделать? Да, технико-тактическое мастерство, мышление, хитрость, обман и так далее в хорошем смысле. Вот, поэтому те, кто умеют себя так выразить на ринге, вот они перспектива в боксе. То есть их сразу заметно, видишь, человек работает, голова светлая и так далее. А если он еще и трудолюбивый, то он в итоге становится Софьей Очаговой. Спустя какое-то очень много времени. Но я свидетель, поэтому я абсолютно наверняка это говорю. Вот. А это сможем ли мы женским боксом полюбоваться вот на этом всероссийском турнире, который Конечно. Пройдет в Одинцово в сентябре? Конечно. Вот Софья неспроста коснулась этого вопроса. Она касалась про чемпионат России, она именно касалась женского чемпионата России, потому что чемпионат России мужской, он уже идет прямо сейчас. И мы тоже думали, что он будет чуть позже нашего турнира идти, и тогда бы и мужчинам было бы, конечно, комфортно выступить на нашем здесь кобзоновском мероприятии. Почему? Потому что, во-первых, оно географически удобно расположено. Всегда удобнее ехать не куда-то в Сибирь всем, да, а вот в Московскую область удобнее съехаться. Транспортная доступность, да, конечно, это решает. Очень удобно, комфортно. Люди еще приезжают и в Москву заодно пойдут, посмотрят, там прогуляются, да, у Кремля и так далее. Вот. Ну и, соответственно, вот они бы подготовились, но так уж получилось, его перенесли на более ранние сроки, мужчины уже отстреляются сейчас вот-вот. Потом еще, кстати, будет чемпионат мира по вооруженным силам, вот в сентябре в конце, у нас здесь в Москве, будут кстати, да, к нему. Они уже готовятся, уже проходит двухэтапный сбор мужчины. А женщины, мы специально увеличили количество весовых категорий, вот если у нас в том году было 5 весовых категорий по женщинам представлено, то сегодня уже 7. Вот. И это сделано именно с той точки зрения, чтобы больше человек смогло себя показать, потому что такого масштаба соревнований их немного. И девушки должны себя прочувствовать именно в ринге, в большом ринге, в всероссийском ринге, перед тем, как попасть на чемпионат России. Вот этот турнир, правильно ли я понимаю, он только для профессионалов? Нет. Смотря что вы понимаете под профессионалами, если это мастер... Начинается от кандидата в мастера спорта. Угу. То есть кандидат в мастера спорта – это вполне себе профессионал уже, как если брать его с точки зрения
тренировочной подготовки, да, то есть он нацелен, он там, это и есть профессиональный, потому что его профессия по сути, да, как будто бы. Если брать профессиональный бокс и любительский, то они просто разные по названию, хотя я больше отношу профессиональный бокс к коммерческому виду спорта и считаю его коммерческим, если правильно его называть. Любительский бокс я называю олимпийским, я даже не применяю к нему слово любительский, потому что это немножко звучит странно. Такое ощущение, как будто те, как любители, хотя они в составе сборной там такое творят, что еще многие профессионалы там позавидуют. Да? Поэтому олимпийский бокс, да, он вот у нас на Кобзоне будет именно олимпийский бокс по всем его, как говорится, канонам и традициям. Григорий Владимирович, но в сентябре ведь в нашем округе пройдет не только всероссийский турнир, будут и другие соревнования. Нас, расскажите, пожалуйста. На следующей неделе у нас пройдет, получается, в городе Одинцово два турнира. Первый – это 5 сентября, приуроченный Дню города. Там участвуют новички. Вот ребята, которые недавно прошли, занимались боксом, сейчас они будут выйти на ринг уже, мы их подготовили. В течение лета там проводили с Софьей Альбертовной тренировки для всех желающих. И сейчас они могут участвовать на этом турнире. А уже с 6-го начинается вот всероссийский турнир. Там участвуют уже не новички, там уже ребята, как уже сказали, кандидаты и мастера спорта. То есть достаточно... Более опытные, да, спортсмены, очень так сказать. Опытные даже, да. Вот. Поэтому на следующей неделе у нас стоит серьезная задача выполнять все эти... задачу, и посмотрим уже после, обсудим результаты. Скажем так, отбор спортсменов для первых соревнований любительских, он уже завершен или еще можно успеть принять участие, еще, подать заявку? Еще можно, да, успеть принять участие. Вот это последняя неделя, у нас в воскресенье получается, ну, все, пятница, уже последний день, и мы уже готовы запустить. И уже, да, все, да. Список будет окончательный. Да. Кто будет судить соревнования, всероссийский турнир? Уровень серьезный, соответственно, и судьи должны быть серьезные. Судьи у нас хорошие, в общем-то, по всей стране, их немало. Качество повышения судейской квалификации достаточно хорошее. Контролирует весь судейский процесс, как и положено, на всероссийских соревнованиях Федерация бокса России. Главный судья... председатель судейской коллегии Рачков Валерий, он, конечно, там обязательно просматривает эти списки, подаются заявки, там просматривают списки, и, в общем-то, формируется судейская коллегия из различных, судьи должны быть представлены из различных регионов, оттуда, откуда приехали спортсмены, чтобы объективное решение было наиболее принято. Ну, вот, все нормально, там много будет представлено судей в основном всероссийской категории, есть будут и международные судьи, 2-3 звезды, уверен, что. Вот. Ну, и какие-то там, кто-то будет из первой категории. Ну, мы с вами уже поговорили о том, да, что, выходя, да, в ринг, спортсмен, ну, любой человек испытывает страх. Вот, Софья, как этот страх побороть, чтобы не запаниковать, а все-таки показать результат? Мне кажется, она его не испытывала, вот одна из... Нет. Не испытывала? Ну, на самом деле, это же... Рафаэль, в принципе, все правильно доступно. Мне кажется, даже я удивилась, там, случайно, не психолог? Случайно нет. Опыт большой. Грамотно все сказал, да, все испытывают страх. Выходишь в ринг, и тут уже твои внутренние качества, если они побеждают, ты совладаешь. То же самое, да, как выход на сцену или вот некомфортная для любого из нас ситуация. Мы приходим, начинаем трястись, внутреннее волнение. Если мы себя перебарываем, все проходит идеально. То есть где-то внутри так сказать, упорядочить все свое внутреннее, так, все гормоны, все четко. Внутренне все себя успокоил, пошел, сделал красиво. Или разволновался, ручки затряслись, и все провалилось. Да? То есть ты внутренне не готов. Для этого спортсмен каждый день там, или через день тренируется. Да? То есть ты тренируешь не только руки, но и голову, уверенность в себе. Бокс, на самом деле, он интересный вид спорта, потому что он развивает очень много волевых моментов, да, уверенность в себе, сила воли, терпение, да, поэтому, в принципе, это такой универсальный вид спорта, которым могут заниматься и мальчики, и девочки, потому что девочкам элементарно, да, там, допустим, она хрупкая, нежная, допустим, вот. У меня было такое ощущение, что я такая маленькая, и меня все обижают, да, то есть я пришла в бокс, потому что меня действительно в школе там обижали, да, и мне бокс
помог внутренне стать сильнее, уметь говорить «нет», настаивать там где-то на своем, да, и, то есть, уважать свои границы, да, то есть больше он мне помог психологически сформироваться как уверенному в себе где-то человеку, да. Поэтому я считаю, что бокс не только это, ты можешь физически нанести какой-то вред или там за себя постоять, ты можешь еще психологически не допустить конфликтной ситуации, то есть у меня... В моей практике ни разу не было того, чтобы я в быту на кого-то подняла руку, да, то есть, и я уверена, что большинство, 99% моих коллег, боксеров, мужчин, никогда не дерутся вне ринга, потому что в ринге они как актеры, да, то есть они показывают свое это искусство, ты показываешь свое мастерство. И вся вот эта вот энергетика, да, вся энергия негативная, она выходит, да, и, соответственно, в жизни это очень, да, добродушные, отзывчивые, добрые, хорошие ребята. Но на самом деле, ведь она правильно подметила, что страх-то он не только при выходе на ринг, но и на сцену, но только разница в том, что на сцене-то у тебя соперника нет, тебя никто, как говорится, не бьет. А страх все равно такой же. Так вот, вопрос не в том, что спортсмены, боксеры, выходя на ринг, боятся ударов или они боятся соперника. Там, наверное, вот это вот чувство ответственности, чувство какие-то выразить свои компетенции на ринге так, чтобы, ну, как говорится, не опозориться. А поскольку тут надо применять такие вот физические, да, вот эти силовые вещи, то ты начинаешь где-то быть сомневаться. В последний момент ты начинаешь сомневаться, а готов ли ты до конца, а насколько ты лучше него и так далее. И вот это не хочется где-то опозориться, подвести людей, команду, тренера. И вот это все и накладывает вот этот большой мандраж груз. Да, вот мандраж. Да, вот этот мандраж. Я не думаю, что это конкретно страх перед соперником. И самое вот интересное, что Софья не даст соврать, я думаю, она мне тоже подтвердит, что как только ты перешагиваешь канат, вот так встал с угла, и все, и нет тут страха, да? Ну, другого не так, выхода на нет. Самом деле. Разошел, после первого удара, после первого удара все заканчивается. Ну, то есть ты заходишь в ринг, у тебя вот это вот внутреннее все. Как только говорят гонг, ну, то есть первый удар в тебя летит, и ты понимаешь все. Просто надо хорошо подготовиться. Либо тебя сейчас побьют, либо ты выключаешь все свои инстинкты. То есть как только вот эта угроза уже наяву, да, ты понимаешь, все, то есть нужно действовать. Вот мы уже здесь в моменте стали понимать, как женский и мужской бокс формируется. Я сразу, как перешагивал на ринг, переставал бояться. А здесь после первого удара. Вот женщине требуется вот этот момент. Практика, так сказать. Понять, как будет выглядеть. Григорий Владимирович, наверняка ведь бывает так, что спортсмен на тренировке идеальный и с тактикой, и с навыками у него все в порядке, но выходит в ринг, и вот куда-то все улетучивается. Что делать? Как быть? Это ставить крест на спортивной карьере или как-то бороться? Я думаю, это зависит немножко уже от тренера, как он будет настраивать своему ученику, чтобы вот этот перебороться в этот момент. И на ринге также, когда ты понимаешь, что ученик, да, реально он хороший, он может и тут растерялся, надо правильно там этот момент уже понять и объяснить. Прям время особо нет на это, но там в течение раунда есть, то есть минуты или там несколько секунд отдыхать. Надо прям быстро настраивать, объяснить, напомнить, какой он сильный, какой он хороший, и давай вперед. Я думаю, только так, на этот момент. Ну, либо уже, если не получается, уже после турнира там специальную психологическую работу проводить с ним, что так нельзя делать. А такому спортсмену имеет смысл соревноваться дальше? Или сделать паузу, конечно, созреть? Ну, я думаю, да. Соревноваться? Да. Чтобы была потому вот что практика. Это, да, это мандраж совсем бывает, тем более, когда только начинают заниматься боксом. Даже бывает специально провоцируют другие спортсмены. Я помню просто, сколько там, 14-15 лет, когда я участвовал в каком-то турнире, пришел парень и стал передо мной, и делать бой с тенью, и там начал разговаривать со мной, хотя я вообще не хотел с ним разговаривать. И он объяснил, какой он чемпион, там сильный. Психологический такой, да. Бой начался раньше. В Бельгию поехал-то, полетел, там выиграл, там какой-то чемпионат в Бельгии. И так объяснили, начал уже этот, психологически давить на меня, что вот, ну, он понимал, что мы сейчас в одном весовом категории деремся, и вот начал надавить. Ну, не надо обращаться на таких внимание. В итоге он проиграл. Даже мы с ним не боксировали, он уже до финала не дошел. Вот. А дети бывают тоже испуганные, приходят на турниры и говорят, вон там парень чемпион России, типа там, или там какой-то международный. Там. Ну, ничего, я говорю, все хорошо.
а вы там станете тоже чемпионом. Когда-то он тоже не был чемпионом. Да, да, да. Ну и, наверное, самый главный вопрос, за что же будут бороться участники всероссийского турнира? Ну, традиционно они будут бороться за первое место, потому что самое главное – это, как говорится, пройти этот путь и почувствовать себя сильнейшим. Ну, а в дополнение к этому, соответственно, конечно, учрежденные призовой фонд есть, безусловно, там и денежный призовой фонд. Я сейчас не буду это все озвучивать, потому что это будет уже выглядеть как рекламные моменты. Вот, при содействии, и даже не скажу так, не при содействии, а при организации, совместной организации, фонд Кобзон, культурный фонд Кобзон, Министерство спорта Московской области приняло в этом максимально плотное участие, за что им действительно огромное спасибо. Вот. И, ну и, соответственно, Федерация бокса Московской области, спортивная федерация бокса Московской области. Вот так, при содействии с Федерацией бокса России мы, как говорится, все это дело организуем. Спортсмены будут довольны, победители уж точно должны быть довольны. Очень удобно получается, что, во-первых, сам волейбольный центр замечательный, во-вторых, вот эта площадь перед ним такая вот прям приятное. Есть, где говорится, на что посмотреть. Могут думать только о предстоящих соревнованиях. Да, и заодно делают свою основную, выполняют функцию. Это достигают вот чемпионства, да, идя вот по этому соревнованию. Поэтому в целом все сделано, как говорится, вот у нас максимально. Зрители будут допущены на соревнования? Смогут поболеть за зрители, спортсменов? Знаете, но у нас сейчас вот все-таки в такой период пандемический, да, прям активно вызывать зрителей на просмотр соревнований мы такое не берем на себя, потому что тем самым будем как бы нарушать, наверное, общеэтические составляющие, когда вот такая всеобщая волна идет, вот, и мы бы не хотели быть причастны к дополнительным заболеваниям и так далее, но мы и не ставим никаких преград, вот, в общем, озвучиваем, что вот это соревнование будет проходить, люди могут приходить спокойно, бесплатно приходить, размещаться на рядах. Сами по своей собственной инициативе они должны соблюдать меры предосторожности. Во-первых, маски. Во-вторых, садиться как-то друг от друга все-таки через сиденье. Вот. Но если вот это все будет, то и приятно будет, что и люди посмотрят, и меры будут все соблюдены соответствующие, и мы будем чувствовать себя спокойно. А спортсменам поддержка, мне кажется, очень нужна. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Ну, а телезрители, которые занимаются боксом, еще успеют подать заявку на участие в турнире, посвященном Дню города. Осталось всего неделя, так что поторопитесь. Спасибо, что провели свое свободное время вместе с нами. До новых встреч на ОТВ.